Генеральный партнер программы – муниципальная аптека номер 3. Гарантия качества на пути к здоровью. Программа «Мобильно» начинается. Да что там говорить, она уже идет. В ближайшие 5 минут с вами Константин Маринец. Никуда не уходим. Посмотрим, что сняли и прислали нам жители Уссурийска за неделю. Нас, понятное дело, интересуют кадры с мобильных телефонов, видеокамер, видеорегистраторов и прочие, как говорится, фотографии. Сегодня в широком прокате. Пожар в городе и на трассе. Большой брат наблюдает. И рикши по-уссурийски. Начнем, понятное дело, с чего. Тут и к бабке не ходи. Пожар. Сотрудники офисов и магазинов на Старом Арбате во вторник стали мобильными репортерами, все как один. А как иначе, когда под самым носом горело здание старой типографии? Смотрим. Весь Арбат. В начале третьего о пожаре на улице Тимирязева сообщил очевидец. 5 минут и пожарные были на месте. Граждане засекли. Однако огонь перекинуться успел на соседнее историческое здание, где находятся магазины. Это печальнее. Тушили исторический пожар 7 пожарных расчетов, 28 человек. Пожарные заявляют, что пострадавших нет. В то же время в социальных сетях появилась информация, мол, обгорел бомж, который спал у типографии. Правда, эту информацию никто не подтвердил. А сам бомж, видимо, в социальные сети не пишет. Короче, уже жизнь пожарника спасают, а не здание. Жутко, кран не работает. Кошмар. За полчаса так или иначе огонь локализировали. Причину пожара выясняют дознаватели. На этой неделе горели не только дома. На трассе под Лучегорском загорелся большой груз. Наш мобильный репортер из Уссурийска оказался на месте событий и снял работу пожарных. Как сообщил человек, который прислал видео, авария произошла 18 ноября. Водитель не смог выбраться из кабины. Огонь потушили пожарные, но спасти мужчину не удалось. Как же так случилось-то, а? Вот там встречная лежит, вон машина. Ну, легковая, вижу. Сгорел мужик, иди твою мать, а? Так это недавно было, да? Да. И как же он так быстро-то сгорел? Ну, а откуда в это самое? А, кабина пластиковая. Кабина пластиковая. Судя по комментариям, Френч столкнулся с легковым автомобилем. Вновь снег и вновь целая череда аварий. Водители, надеясь на авось, разгоняются, а там уж дави педаль тормоза в пол, не дави, все равно въедешь в чужую машину. Смотрим. Самый пик снегопада, 14:25, Владивостокское шоссе. Водитель Ипсума не смог справиться с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Митсубиси Деликой. В аварии он же сам и пострадал. Лечить сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и коленного сустава будет он теперь вместо уличных гонок. Вот так. В минувшие выходные в Уссурийске угнали автомобиль. Ну, что уникального, спросите вы? Но тут случай особый. Смотрим. Владелец марка сдал свое авто в химчистку. Там-то автомобиль и заприметили воры. Уводили со двора, как говорится, шумом. Где-то в 2:15 водитель Марк 2 заехал во двор по улице Кирова, 25, залетел на бордюр и с бордюрины протаранил автомашину, пассат, выкорчевал несколько клумб. Затем он начал ездить по двору дома Кирова, 25. Все это дело сопровождалось ужасным скрежетанием бампера об асфальт. Даже остались характерные полосы. Потом включал-выключал музыку. То ли права недавно автовор получил, то ли под градусом был. Следующее видео из разряда «Большой брат следит за тобой». Его сняла камера наружного наблюдения. Смотрим. Утром хозяева припаркованной машины заметили, что в их машину явно кто-то въехал. По камерам видеонаблюдения удалось обнаружить вредителя. Видно, как водитель не вписывается в проход и задевает другую машину. Вот почему-то и машина вроде чужая. А радости у меня в душе, ну, никакой.
Да, чего только не увидишь на улицах Уссурийска. Вот недавно рикши появились. Реально рикши смотрим. Че, навеки встретимся? Что заставило взрослых мужчин сесть в тележку? Загадка. Может быть, в карты проиграли. А может быть, это первые шаги новых Федоров-Конюховых. Сначала... Че, навеки встретимся? Потом... На полюсе встретимся. Встретимся. Ну, а потом, соответственно, на Луне встретимся. Федор, я Заря один. Как слышите меня? Че, навеки встретимся? Желаю вам доброго полета. Поехали. Женщины часто настораживаются, когда муж говорит: «Дорогая, я пошел в гараж». Да уж, и не без причины. Вот недавно я со своим товарищем в гараже, ну, впрочем, пора снять завесу с тайны, что же мы там делаем в гараже, если домой приходим, еле ноги волочим. Да утанцовываемся! Не верите? Смотрите. Видно, что парень помогал папе ремонтировать машину. А потом, бац, кто-то включил музыку. Ну какая тут нафиг работа? Место под солнцем, как, впрочем, и под одеялом со своим любимым хозяином, хотят занять не только кошки и собаки. У следующего нашего героя посмотреть телевизор любит... Да ни за что не догадаетесь. Ну, говорит, тебе весь Уссурийск увидел. Узнали? Это петух. И как сообщил его хозяин, Петя возмущается, когда его не пускают в кровать. Более того, в этом же доме есть еще три курицы, любительницы посмотреть телевизор. Ну, курицы-то, понятно. На сегодня все. Надеюсь, вы и ваши курицы получили максимум удовольствия от просмотра программы. Присылайте свои видео и фото, участвуйте в конкурсе. Напоминаю, что программа «Мобильно» — это не обзор лучшего видео в сети. Нет, приколом из Ютуба, да, собственным съемкам. Именно за самые интересные фото и видео ваши мы даем призы. Новую программу вы точно увидите в пятницу 27 ноября в 19:25 и в 21:00. Вы и ваши курицы тоже. Пока! Партнер программы «Такси Удача» с нами быстро и надежно. Маршрут точно и честно считает таксометр по спутникам. «Такси Удача» 32 88 88.